У меня в гостях Павел Власов, который привез, точнее, сейчас узнаем, что Павел привез на данную выставку. Добрый день. Мы занимаемся ростками, это пророщенные салаты, очень полезные, где мы используем самые полезные культуры. Это маш, это зерна льна, это другие культуры, которые, объединяя вот в такие вот салаты, с помощью соусов можно добиться офигенного вкуса и, в общем-то, зарядиться. Это для всех такой микс, который поднимает и настроение, и энергию, и много витаминов в нем. Опишите вашего конечного потребителя, каким вы его видите? Ну, в основном это сейчас это трендовый продукт, это молодежь, конечно, которая вот все это любит. И семейные люди, кто понимает, что, например, добавлять эти миксы в большие салаты, да, это перспективное мероприятие, поскольку не нужно там на витамины какие-то тратиться. Все здесь уже есть. То есть это такой полноценный продукт питания и диетического. Но если надо восполнить силы, например, он тоже хорошо в этой сфере работает. Павел, у вас цикл полного производства, и где вы производите вашу продукцию? Мы производим в Щелково, у нас цикл полного производства, это конвейерная лента, это отдельные цеха проращивания, полностью все стерильно, поэтому если вы пользуетесь продукцией, ну, можете точно знать, что она 100% там безопасна, да, поскольку это все-таки среда проращивания, это определенный климатический уровень, и мы за этим следим серьезно. А скажите, пожалуйста, как вы сбываете ваш товар и какие проблемы есть со сбытом, если они есть, конечно? В данный момент мы компания молодая, мы выходим на рынок. Сейчас небольшие сетевые организации уже с нами сотрудничают. Мы сейчас заинтересованы в подключении федеральных сетей. Это X5 Retail Group, это Лента, это другие игроки рынка. Вот надеемся, что наш продукт будет интересен многим. Правда, не увидели его. Павел, спасибо вам огромное и кушайте натуральную пищу.